Хектор из Резны. Дайте. Зашли в село, указали нам занять какую позицию, заняли и стоим на этой позиции. Кроме БК, ничего опасного. То есть орков не встречали. Единственный, который видели, это валяется там дохлый на краю села. Некоторые хорошо, некоторые с опаской. Потому что они не знали, чего ждать. И как они жили во время оккупации, тоже неизвестно. И как они вели себя. Вы как увидели, уже находили сюда на дом, то люди уже уехали. И одну женщину вывели, мы проходили дом, он полностью разрушен. Эта женщина тоже, она пришла сама к нам, ребята, вывезите меня, потому что я уже тут не могу. В этот же день, буквально через час, ребята ее вывезли. Слава Украине! Слава Украине, героям слава! Ждем приказы идти дальше.